24 августа в Украине празднуют День независимости. Не обошли стороной этот праздник и в Белгород-Днестровском районе. Сегодня здесь, в Выпасном, жители всего Белгород-Днестровского района празднуют 22-ю годовщину независимости Украины. Официальные торжества начались с возложения цветов к мемориалу Славы. Величественная колонна и районное руководство и гости праздника двинулись почтить память освободителей Белгород-Днестровского района от немецко-фашистских захватчиков. Всех, кто принес в дар свою жизнь за мирное небо над головой. Отдав дань уважения участникам Великой Отечественной войны, колонна переместилась на нарядную площадь перед Домом культуры, где и прошли все праздничные мероприятия. Я всіх щиро вітаю з черговою 22-ю річницею незалежності нашої молодої держави України. Я хочу, щоб ми всі гордились своєю державою, щоб ми розуміли, що ми є громадянами цієї країни і ми повинні завжди мати в душі почуття, що ми краще. Присутствовали на празднике и представители иностранных делегаций. Гости из Белоруссии, Грузии и Румынии поздравили жителей Белгород-Днестровского района с Днем независимости. Мы представляем город Румыния, который называется Тергокна. Мы представляем город, румынский город, который называется Тергокна. Și am fost invitați de administrația raională cu ocazia sărbătorii naționale a Ucrainei. Мы были приглашены председателем районной администрации для участия в празднованиях Дня независимости Украины. Cu această ocazie vrem să întărim relațiile dintre administrațiile noastre și în mâine cred că vom semna un protocol de înfrățire între localitatea dumneavoastră și orașul nostru. И мы, поскольку мы уже здесь находимся, мы хотели бы вместе с районом Белгород-Днестровским сотрудничать и в дальнейшем в различных областях и культуре, и туризма. И вероятно, что завтра будет подписан какой-то протокол о сотрудничестве, а может быть даже о побратимстве. Незабываемый концерт и награждение почетными грамотами самых достойных жителей района. Следующий пункт в праздничной программе. Как тебя зовут? Меня Игорь. Игорь, а что сегодня за день такой? Не знаете? Сегодня день независимости. Поздравите всех с праздником? Да. Давайте, поздравляйте. С праздником. А тебя как зовут? Даша. Даша, а ты поздравишь всех с праздником? Поздравляю. С праздником. И на закуску ярмарка урожая, на которой были представлены лучшие достижения каждого сельского совета Белгород-Днестровского района. Полный отчет о мероприятии смотрите завтра после вечернего выпуска новостей в эфире телеканала Бессарабия ТВ.